Всем привет! Сегодня продолжать рассказывать о тисках. И на этот раз буду говорить о своих трубных тисках. Они у меня старенькие, времен Союза. Я их приобрел еще в 90-х годах на рын и бэушными. Ну, отмыл, очистил, покрасил. И с тех пор они работают у меня постоянно. Они предназначены для зажима труб. Ну, для работы реза, снятия фаса, нарезания резьбы, ну и так далее. Они позволяют зажать не только трубу, но даже трубную муфту на 2 дюйма. Причем муфта заходит так, что еще остается приличный запас. Кроме прямого назначения, я их использую еще и для других задач. Например, когда мне нужно согнуть какую-то полосу, пластину, то есть у меня вот такая вот труба со снятыми фасками, которую я зажимаю в тиски. И использую ее как наковальню для круглого. Несмотря на то, что тиски чугунные, разбить мне их пока не удалось. Когда я зажимаю в этих тисках какие-нибудь короткие заготовки, а конструкция здесь такая, что труба малого диаметра проваливается, то чтобы она не шаталась, я использую подкладной уголок. Все элементарно просто. И о своих доработках, куда же без них. Первым делом я переделал крепление подвижной губы. Раньше оно представляло собой вот такой вот прилив, который имел выступающие части. И в эти выступающие части заходил винт. Вот, то есть, вот таким вот образом. Но из-за того, что точность изготовления была далека от идеала, здесь был люфт порядка 4 мм. Это меня, конечно, бесило и раздражало. Поэтому я отрезал при помощи шлифмашины край губки, просверлил два отверстия и ввинтил два болта, точнее болт и винт М6. Почему здесь шестигранник, а здесь потай? Этот болт закручен до конца, а этим я регулирую зазор. Поскольку у него есть конус, то он от вибрации не раскручивается. Зазор у меня сейчас минимальный, но по мере того, как срабатывается винт и срабатывается губка, зазор увеличивается. И когда мне не хватает длины хода болта, тогда я могу срезать миллиметр и дальше зазор уберу. Вторым делом я сделал пружину с шариком. Вот тут у меня стоит точило, а на том углу стоят слесарные большие тиски, о которых я раньше говорил. И когда на больших тисках стучишь молотком, то этот вороток сползал в сторону. Подходишь к точилу, а он тебе в ухо лезет. Мне это не нравилось, поэтому я сделал пружину. И еще одна моя доработка. Это я сделал возможность раскрытия тисков. Сейчас это делают на всех современных тисках, но у меня такой возможности не было. Оси были заклепаны. Поэтому я одну ось убрал, вместо нее выточил стержень, приварил к нему вот такое вот ухо. Хотел еще цепочку добавить, но как-то не срослось. Тем не менее, стержень еще не потерял. Вот этот вот доваренный штырь, он предназначен для того, чтобы тиски ставились в то положение, в котором стержень заходит легко. Без него тиски проваливаясь. И еще я убирал люфт, вот здесь наваривал, так как такая болтовня мне тоже не нравилась. Один момент, почему эти тиски установлены не на самый край верстака. На той стороне у меня стоят слесарные тиски. И если я зажимаю в них какие-нибудь длинные детали, то для того, чтобы здесь была возможность прохода. Также и в трубных. Если я зажимаю трубу длиной несколько метров, чтобы те тиски мне не мешали, эти я сместил. Вот этого расстояния вполне достаточно, чтобы работать плашкой. Ну, а когда мне его не хватает, то я просто снимаю точило и уношу его. Вот как-то так. Ну, надеюсь, все нюансы я рассказал. Кому понравилось, ставьте лайки. У кого возникли вопросы, задавайте. Ну, а кто впервые у меня на канале, ну, вы знаете. Подписка, колокольчик. Ну и что? До следующей серии. А, и кстати, я в описании оставлю ссылку на свой блог. Я там вчера статью разместил о самодельных тисках. Тиски аналогичны тем столярным, что я показывал в прошлый раз. Зайдите, почитайте. Ну, а теперь уже все. Теперь пока.